Союз биатлонистов России назвал имена спортсменов, которые будут участвовать в чемпионате мира по летнему биатлону. Наш земляк Павел Магазеев успешно выступил на отборочных соревнованиях, получил право поехать в конце августа в Румынию. В здоровом теле здоровый дух. Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этот день в Чебоксарах уже традиционно проводятся различные спортивные мероприятия, открывают свои двери спорткомплексы. В 9 часов на центральном стадионе ожидается массовый забег на 3000 метров среди ветеранов. Здесь же в 11 часов стартуют очередные всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2015». Турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд и темпо-турнир по шахматам. С 5 до 9 вечера в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» будет организовано массовое катание на коньках. Вход бесплатный. А вечером в 10 часов пройдет, а точнее проедет, ночной велопробег. Старт на площади Республики. В этот день все республиканские и муниципальные спортсооружения будут работать бесплатно. Напомним, единый день здоровья и спорта в Чувашии проходит ежемесячно. До конца года дни здоровья пройдут также 20 сентября, 18 октября, 22 ноября и 20 декабря.